Дорогие друзья, мы живем в эпоху газа и нефти. В это тяжелое время, когда для большинства населения квартиры являются роскошью, а iPhone лишь средством для связи, я считаю крайне необходимым сделать следующее заявление. Наша страна имеет огромные природные ресурсы, большие залежи газа и нефти, а также и полезных ископаемых. Все это является достоянием российских граждан, и если все продать разом, да, я уже посчитал, то нам хватит этих денег для беспечного проживания минимум на 164 года, 2 месяца и 4,5 дня. В связи с этим я подписал указ о раздаче народных ресурсов в массы. Теперь каждый из вас может откопать полезные ископаемые и продать их на международном рынке за цену, которую вы сами и установите. Для того, чтобы кто-то не набрал ресурсов больше положенного, я дал указание создать службу по контролю над копальщиками. Также, кто не имеет возможности или желания копать лично, может продать свои ископаемые соседу. Государство сделает все возможное и невозможное, чтобы российские граждане жили хорошо. Они существовали, как сейчас. И если вы хотите жить, как в сказке, то советую вам посетить сайт студии «Пародист». Только на сайте студии «Пародист», ссылка будет в описании, вы найдете юмористические поздравления от знаменитостей в пародийной форме. Несмотря на... Да, с нетерпением жду ваших лайков, а также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие указания и поздравления.